Второй результат в современной России. Саровчанин Антон Каманин на прошедших наборообластных соревнованиях занял первое место. Раньше такого успеха достигал только один уроженец нашего города Андрей Дайнек в 2018 году. Теперь пальма первенства у Антона. Он пришел в бокс в 7 лет. Начинал тренироваться в Вознесенском, потом переехал в Саров, пришел заниматься к тренеру Виктору Шлепугину. Сейчас юноше 22, за его плечами участие в нескольких крупнейших областных и региональных соревнованиях. На соревнованиях у меня в весе было 4 человека. На самом деле не так уж и много, 4 человека, и было 2 боя. Первый бой у меня прошел в виде явного преимущества, во втором раунде мне отдали победу. А второй бой, финал, был такой напряженный, тяжелый бой, немножко выдохся, но в итоге все равно получилось одержать победу с подсказками Виктора Васильевича, выиграл финал. Человек выиграл чемпионат области, ему еще было 2 специальных приза вручено. Значит, специальный приз был как за лучшего бойца турнира, а второй был приз от ветеранов бокса Нижегородской области. Это вообще впервые нас так. Как практически любой спортсмен, Антон критично смотрит на результаты. Говорит, были ошибки, есть над чем работать. Тем более, что впереди у него чемпионат Приволжского федерального округа. Вообще, в этом году молодой человек поставил себе цель – стать мастером спорта по боксу. Бокс – это такой, я бы сказал, мужской вид спорта. В нем развиваются такие моральные качества, которые нужны каждому мужчине. И этим он меня привлекает, и как бы хочется им заниматься. Иногда было такое желание, то, что он надоедает, но потом, как видите, опять возвращаешься сюда же, в этот же зал, и все как бы затягивает немножко. Как рассказал тренер Виктор Шлепугин, этот сезон плодотворный для саровских спортсменов. Мы практически вот как бы завершили цикл первенств чемпионатов области, да? За январь прошли все возрастные группы. Практически во всех возрастных группах у нас есть сборники области. Даже 2 девочки у нас. И девчонки у нас тоже завоевали путевки. Ребята поставили себе цель и вместе с тренером шли к этой цели. Сейчас Антон Каманин вместе с тренером работает над коронными приемами, отрабатывая технику, чтобы достойно представить наш город и всю область на первенстве Приволжского федерального округа 5 марта в Перми. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.